Всем доброе утро. Сегодня будем собирать теплицу. Легенда шириной 2,5 метра, длиной 4 метра под стекло. Будет у нас одна дверь, один торец глухой. Также привезли вот такую емкость Т500 с подставкой. Пока разложились, приступаем к сборке. Теплицу мы поставили, закрепили его к бетону, выровняли. Крепим с помощью анкеров, установили отлив, такой модный, сейчас трехгранный, с загибом вниз. Покрыли стену стеклами. Сейчас будем ставить перелив и готовить теплицу к покрытию крыши. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, сегодня строили теплицу Легенда 2,5 на 4 под стекло. С одного торца у нас установлена алюминиевая дверь, другой торец глухой. Имеется форточный блок на термоприводах. Имеется система подвязки под две нитки на каждую сторону. Имеются диагональные усилители. По две штуки. Каркас теплицы сделан с профильной трубы 40 на 40, покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. Стекло установлено с помощью профиля системы, база крышка. Имеет толщину 4 миллиметра. По периметру торцов установлены прижимные, они же декоративные уголки, и прижимают стекло и придают классный вид. Законченное очертание теплицы. Вот такая классная прозрачная теплица у нас получилась. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх. А нет, не все. Подождите, она же у нас на бетоне стоит. Закреплена анкерами. По низу пущен отлив трехгранный. 50-50-20. Смотрится супер. Вот теперь все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.